Всем привет, друзья! И сегодня у нас вышло обновление с сайта Warface. Ну как обновление? Ну короче, стали доступны региональные задачи DLC Атлас войны. Значит так, давайте все раз посмотрим. Боевых очков. Тут здесь такие же боевые очки и жетоны. Я уже один жетон истратил, так как он дается каждому участнику Атласа войны. Вы можете выбрать либо PvE режим, либо PvP. Я выбрал PvP и покажу вам, что мне нужно сделать. Значит, первое задание я уже выполнил. Теперь жду, короче, когда дадут мне уже фестивальную гранату на 10 дней. И плюс 5 боевых очков. Значит так, уничтожить 5 противников гранатами на карте авиабазы. Второе задание у нас — трижды выиграть матч на карте Черная Мамба. Задание номер 3. Убить 25 противников из пистолета пулемета на карте Бункер. Задание номер 4. 25 раз захватить точку на карте Зап. Задание номер 5. Реанимировать 25 союзников на карте Пирамида. Задание номер 6. Уничтожить 5 врагов минами на карте Африка. И седьмое, 5 раз заработать мини-достижение всегда на страже, на карте конвой. За него дается Радон Атлас навсегда и 20 боевых очков. Неплохо, да? Радон навсегда — это очень хорошо. Так, в каждой точке есть по 4 пункта. В ПВЕ и в ПВП, ребят. Есть у нас, получается... Написано что-то, да. ПВЕ у нас получается одна точка, вторая. Это, короче, какие-то регионы. Америка Северная, там вроде бы Китай какой-то есть, и еще что-то. Вот. Смотрим. Прогресс. Идем в прогресс. Полный комплект снаряжения Атлас. За сбор всех предметов коллекции Атлас игроку будет выдана уникальная внешность персонажа. Для получения внешности необходимо, чтобы все указанные ниже предметы находились на одном из игровых серверов. То бишь шлем, бронежилет, пушка, ботинки и перчатки. Обновить можно прогресс. Вся коллекция предметов здесь написана, можно посмотреть. А уровни здесь такие же, как и в зимней охоте. В третьей только уровне уже дается жетон доступ. Задания 3, 6, я так понимаю, 9 и 13. Итак, инвентарь. Еще здесь есть обмен скинами. То бишь мы берем 5 скинов. Вот я взял 5 скинов. Делаем обменять. Меняем скин. Итак, мы получили АК-103 камуфляж Гора. То есть вы отдаете 5 скинов, и вам дают какой-то один скин. То бишь, ну, я считаю то, что это нормально. Я дал вот это вот говно, можно сказать, и получил на АК-103 городской скин. Это, я считаю, очень прикольная штука. Мини-игры открылись. Контейнер с боевым снаряжением еще. А, он открыт. Контейнер с золотыми наградами откроется, когда будет выполнена 4-я цель. Глобальная. Контейнер с оружейным камуфляжем уже открыт. Можете его крутить, если у вас есть боевые очки. И варбум откроется после 3-й цели. Дается всякие гранаты, шлема, деф, вот вижу я, нож навсегда, атласовский, перчатки навсегда даются тоже, потом достижения, головы каких-то животных, я считаю, вообще тёмненькие, что ли они. Ну ладно, ботинки отряда Атлас, ПВП то же самое, ПВП вот, Тадон мы уже видели, потом ПМ-84 на инженера, я считаю, крутая пушка. А М45 Атлас навсегда тоже нормальная болтовка, я считаю, хорошая. То бишь, стреляет она хорошо, фаншоты дает тоже хорошие. Терия навсегда атласовская.